на мой взгляд, одна из самых главных угроз – это усиливающийся национализм. Россия для русских, Москва для москвичей и так далее. Это то, что вот в конструкции нашей империи, которая состоит из фактически из национальных образований, так поделена, это и именно многонациональность – это наш сильный козырь. Это не пустые слова. Мы везде боремся с фашизмом, но у нас у самих полно фашизма. Или и там ультранационализма. Более чем достаточно. Больше, чем в Украине. И это очень серьезная для нас проблема, потому что на фоне ухудшающейся экономической ситуации нужно будет перебирать другие карты. Если государство начнет заигрывать с национальной картой, это просто убьет государство. Я думаю, что это проблема номер один. Нам надо быть толерантнее друг к другу.